на постижение науки, получение глубоких и всесторонних знаний. Клянемся! Первокурсники Сорфти, Политеха и Медколледжа громко повторяют за Ксенией Лебедевой слова клятвы. Вчерашние школьники только вступили во взрослую жизнь и надеются, что годы учебы в вузе или техникуме станут для них интересными и продуктивными. Ксения считает, что здесь все зависит от самого человека и его жизненной позиции. Нужно проявлять себя, чтобы твоя студенческая жизнь была интересной. И участвовать во всех мероприятиях, брать на себя какую-то ответственность. И тогда все будет классно. Ксения с первых дней учебы в Саровском физтехе включилась в общественную работу. За плечами у девушки участие в различных конкурсах и конференциях. Летом она руководила студенческим строительным отрядом на Смоленской атомной станции. Было интересно в плане узнать новую профессию, в плане даже путешествий. Мы ездили в Смоленск, в Беларусь. Своими знаниями и опытом она готова поделиться с теми, кто только вступает в ряды студенчества. Парад сближает студентов всех курсов, а первокурсникам дает возможность почувствовать себя частью большой дружной команды. Я считаю, что это очень важно. И ребятам это как-то престижно, что они не просто студенты, а на них в нашем городе обращают внимание, что они есть и они будущее нашего города. Традиционно с напутственными словами к первокурсникам обратились представители городской думы и администрации. Затем студенческий отряд направился на лыжную базу, чтобы принять участие еще в одной всероссийской акции «Кросснации-2018». Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».